Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Святлана Князєва. Глядіть у гэтым выпуску. Лепшыя у гандлі. Сёння на выніковай калегіі ўзнагароды атрымалі супрацоўнікі галіны. ДТЗ у Рэчыцкім раёне. Рэно Міган Сцэнік сутыкнуўся з ласіхай, якая выскачыла на дарогу, а потым з Опель Астрам. Золоты хлопчик, выпускник Гомельской гимназии Егор Дубовик, вернулся с математичной олимпиады у Бразилии с перемогой. У ближайшие 10 хвилин про это и иншее, больше подробязно. Коллегия со святочным настроем. Сегодня у Гомеле подвели выники работы организации розничного гандлю и громадского харчевания у первом полугодии и вызначились с планами на другое. Каля 40 работников гандлю отримали узнагороды у гонор своего профессийного свята. Уже амаль 20 годзе его означают у опошнюю неделю липеня. Подчас коллегии было отзначено, что на протягу полугода гандлевая сфера Гомельской области демонстрировала становчую динамику. При запланованных 100,5% темп рост розничного гандлю склал 99,7%, оптового 106,5% и сферы громадского харчевания 101,5%. С початку года у регионе з'явилося каля 250 новых гандлевых объектов. Усяго их каля 8 тысяч. На сегодняшний день мы видим активизацию розничного рынка, видим то, что растут доходы населения, покупательская способность повышается. Поэтому в целом позитивно можно оценить результаты полугодия и те параметры, показатели, которые мы достигли. 8 жніўня пройдзе чарговы аукцыён па продажы дзяржмаёмасці, размешчанай у Гомелі, Мазырскім і Жлобінскім раёнах. Адзін з самых цікавых лотаў – будынак гісторыка-культурнай каштоўнасці, які знаходзіцца ў Гомелі па вуліцы Пралетарская, 19. Пачатковы кошт нерухомасці плошы амаль 145 квадратных метраў складае ўсяго адну базавую велічыню – гэта 23 рублі. Пакупніку, які мае намер купіць гэты аб'ект, неабходна ўнесці задатак у памеры базавай велічыні і прыйсці на аукцыён. За такі ж кошт можна набыць склады і адміністрацыйны будынак у Мазырскім раёне ў Міхалкаўскім сельскім савеце, а таксама будынак маладзёжнага цэнтра ў Жлобінскім раёне ў вёсцы Рэкта. Прычым пакупнік зможа выкарыстаць яго пад жыллё або для вядзення ўласнай падсобнай гаспадаркі. Спіс аб'ектаў, прапанаваных за адну базавую велічыню, пералічанымі будынкамі не абмяжоўваецца. З умовамі продажу можна азнаёміцца на сайце фонду «Гомель аб маёмасць» у раздзеле «Нерухомая маёмасць». Падрабязную інфармацыю можна атрымаць таксама па номерах телефонов у Гомеля 70-38-49 або 70-36-43. Да іншых тэм. Напередадні увечары на аўтадарозе Октябрскі Парычы-Рэчыца адбылося ДТЗ. Вадзіцель 1970 года нараджэння на аўтамабілі Рено здзейсніў сутыкненне з ласіхай, якая перабягала праезную частку. Машыну адкінула на паласу сустрэчнага руху, дзе адбылося сутыкненне з аўтамабілем Опель Астра, якім кіраваў 64-гадовы мужчына. У выніку здарэння вадзіцель Рено і пасажырка Опеля атрымалі цялесныя пашкоджанні і былі шпіталізаваны. Пасажырка Рено 1973 года нараджэння ад атрыманых траўмаў загінула на месцы здарэння. С пачатку дзеяння спецыяльнай праграмы МАК на тэрыторыі Гомельскай вобласці выяўлена амаль 500 фактаў вырастання раслін з утрыманнем наркотыкаў. Агульная плошча выяўленых пасеваў склала больш як 40 гектараў. Знішчана амаль 35 тонн канопляў і маку. У большасці выпадкаў дзікарослыя расліны выкошваюць і драбняць пры дапамозе сельскагаспадарчай тэхнікі. Да адміністрацыйнай адказнасці за незаконнае вырошчванне дурманлівых культур прыцягнута каля 40 жыхароў Гомельшчыны. Праваахоўнікі нагадваюць, калі вам стало вядома об особах, якія маюць дачыненне до незаконнага обороту наркотичных сродков, об месцах их вытворчасці альбо вырошчвання наркоутрымліваючых раслін, неадкладна інформуйте управление по наркоконтролю по телефоне у Гомелі 70-42-17 або 102. На Гомельшчыне падыходзяць да фінішу падрыхтоўка да новага навучальнага года. Ва ўстановах адукацыі завяршаюцца рамонтныя работы. Праз некалькі дзён распачнецца праверка зробленага, а да 15 жніўня усе ўстановы сярэдняй адукацыі павінны атрымаць пашпарты гатоўнасці. Дмітрый Котаў наведаў Рэчыцу і азнаёміўся з ходам праводзімых работ. Рэчыцкі ліцэй па праве лічыцца адной з лепшых установ адукацыі района. 97% выпускнікоў паступаюць у вышэйшыя навучальныя установы. Асноўны фактор поспеху – кадравы патэнцыял. Немалаважную ролю іграюць і умовы для навучання. Над гэтым супрацоўнікі ліцэя актыўна працуюць увесь летні перыяд. Сёлета абнавілі спартывную залу і некалькі вучэбных кабінетаў. В этом году мы обновили наш кабинет биологии, покрасили стены, положили линолеум, вот, и сделали небольшой
большой косметический ремонт. Наш класс, наш лицей уже сейчас может принимать детей. А в дитячем саде средней школе номер один ставку робят на добропорядковании территории. До этого питания тут завсёды подыходили креативно. Побач с будинком шматлики архитектурные формы, клумбы с кветками. Этим летом высадили новые рослины. До речи, озеленение дозволяет не только упрыгожить территорию, але и снизить энергозатраты. Вот здесь вот росли большие деревья, которые мешали затенению. Затеняли практически весь первый этаж, было очень сложно, включая даже днем приходило свет. Поэтому мы решили их убрать и сделать новое. В этом году мы обновили нашу немножко территорию, для того, чтобы дети уже пришли в новом учебном году, увидели что-то свежее и новое, как обычно. У день ведов у Режевском районе вучняў примут амаль 90 установ адукации. За парты сядут больше за 11 тысяч школьников. Зараз завершаются апошние приготовления, и с 1 жнивня распачнется проверка, зробленного у школах. В первую очередь обращаю внимание на безопасность, на создание, выполнение санитарных норм и правил. То есть для того, чтобы нашим учащимся было уютно, комфортно. Каждый директор хочет так, чтобы школа выглядела достойно. И у нас на конференции на районной будут за это вручаться призовые места. Естественно, что каждый стремится получить это место в той или иной номинации. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» з Рэшыцы. Для того, каб стать паспяховым у своей справе специалистом, необходимо володать трывалым багажом ведов и не спыняться на досягнутым. Менавіта тому летние каникулы не для всех час бесклопотного отпочинку. Выпускник 51-й гимназии города Гомеля Ягор Дубовик вернулся с Бразилии с престижной узнагородой. Хлопец завоевал золотую медаль 58-й международной математической олимпиады. Вероника Ворошилина протягнем. У родной 51-й гомельской гимназии сёлетнего выпускника Ягора Дубовика сустракают как соправдного героя. На 58-й международной математической олимпиаде у Рио-де-Жанейро с 6 медалей, завоеванных белорусской сборной, одинное золото менавіта у Ягора. У целом, у мозговом штурме у Бразилии удельничали свыше 600 старшеклассников с больше 100 краин свету. Задания были складанными. Над вариантами решения пришлось, як кажуть, покорпеть. Тривалый багаж ведов и упевненностью себе дали такий высокий выник. Дело в том, что у меня любимая тема, наверное, геометрия. И обычно принято задавать примерно по две геометрические задачи из шести. Вот. Но я когда увидел, что она была одна, немного расстроился. Вот. Но в целом потом постарался собраться с силами. В принципе, к этому тоже нужно быть готовым, потому что никто не знает, как именно задачи распределяться, по каким темам. На рахунку Ягора Дубовіка это уже четвертая и самая престижная международная узнагорода. У скарбонцы досягнення два бронзовые медали из математичных олимпиад у Таиланде и Гонконге, а так само золото с Казахстана. Такий блескучий выник максимы только у адукационном тандеме наставник вучень. Егор очень творческий человек, очень работоспособный. То есть вот он труженик до мозга кости. Если он видит цель, что вот ему нужно там международной олимпиаде, к республиканской подготовиться, он будет готовиться столько, сколько нужно. Примечательный случай. Мы ездили в позапрошлом году на телевидении, у нас «Добрый вечер, Гомель» снимали. И вот в перерыве, пока до съемки, Егор достал блокнотик, достал планшет, открыл задачи, решал задачи прямо там, в ремёрке. Олимпиадный рух – это не хобби, а лад життя. Менавіта тому математика, как интеллектуальный споборницкий кураж, знайдут место и на новом этапе уже студентского життя Ягора Дубовіка. Я поступаю в Белорусский государственный университет, значит, на факультет прикладной математики и информатики, на специальность информатики. Свое будущее, ну, оно, конечно, будет связано с математикой, насколько я не знаю, то есть с наукой или больше прикладными науками, но, безусловно, я планирую как-то поддерживать себе эти знания, возможно, кому-то помогать. Готовиться к олимпиаду в будущем. Вероника Ворошилина, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». Премьеру спектакля «Бурное життё Лазі Кароль-Шванеца» по романе Ілі Эренбурга сегодня представит Гомельский державный театр «Лялек». Постановка различена на дорослую публику. Роман, героем якого стал кравец с Гомеля, был написан в 1927 году. До речи, автор наведывал город над Сожем и передал у книзе яркий мясовый колорит. По сюжете туляне головного героя по свете от Гомеля до Палестины полные абсурдных пригод. Он проходит праз множество турмов, а у момент знаходження на волі спостерігає неймовірні професії. Убачить трагікомічні пригоди гомельського кравця можна буде сьогодні і завтра у 19 годин.
Гэта іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. Далей у эфіры спартыўны агляд з навінамі спорту вас пазнаёміць Міхаіл Садоўскі.